Лесные насаждения в Нарынской области в основном страдают от зимних морозов. К примеру, зеленые насаждения от Башинского лесничества изрядно поредели и выглядят довольно невзрачно. О ситуации в хозяйстве расскажет Усен Кульбаев. В свое время в Отбашинском лесном хозяйстве выращивали различные деревья. Тогда ломали голову над тем, как уничтожить вредителей зеленых насаждений. Теперь же главная проблема – это уничтожение деревьев. По словам жителей соседнего села Берлик, во всем виновны представители природоохранного ведомства. Это было 5-6 лет тому назад. К нам устроился лесник по имени Апы. Он превратил лес в бизнес. Вы сами видите, это дерево вырубили не на дрова, а для строительства. Повсюду следы варварской вырубки деревьев. Вот эти тополя уничтожены совсем недавно. Лесники, в свою очередь, перекладывают вину на жителей. В этом случае идет противостояние между местными жителями и лесниками. Лесники налагают штраф, люди говорят, что это их тополя, и продолжают выяснять отношения. Подобные споры здесь возникали и ранее, даже доходило до судебных тяжб. Было наложено 128 тысяч сомов штрафа, однако это решение не было поддержано межрегиональным судом Нарынского района. Не знаю, когда все это закончится. Пока идут разборки на районном уровне, вырубка деревьев продолжается. Усен Кульбаев, Бөлекбай Шаримбеков, Чолпанбек Абасов, Общественный первый канал, Отбашинский район.